Добрый день, меня зовут Бацалан Сергей. Я представляю Ассоциацию арт-дилеров Молдовы «Пензелинастра». И предлагаю вашему вниманию работу молдавского художника Владимира Родничара на тему свободы. Картина называется «Liberty Street». Как мы видим, сразу на первом плане видим противоречие в этой картине. С одной стороны, это свобода, но с другой стороны, это, скажем, завершающая страница этой темы. Почему? Потому что мы видим, во что превращается свобода очень часто в нашем мире. Мы видим закрытую дверь, которую уже нельзя пройти свободно. Мы видим втоптанную газету, это попирание свободы слова, которое сегодня очень распространено в нашем мире. И мы видим в этой картине невозможность на первый взгляд изменить что-то. Но это только на первый взгляд. Мы видим, в дальнем плане все-таки есть выход. И самые тяжелые ситуации есть выход. Наверняка эта картина может научить нас очень многому. Как сказал поэт Гёте, нет большего раба, чем тот, кто ошибочно считает себя свободным. Изучите эту картину, и вы увидите, что он был прав. Thank you.